Ну, не знаю, наверное, витаминов побольше употреблять. Водка с горчицей и утром молоко с медом. Вообще, я очень люблю красный лук, ем его каждый день. Затем каждый день я, знаете, такая приправа есть, лук, чеснок и майонез. Мед ем. Народная медицина, наверное, там лимон, мед. Что прогревание делать? Ну, вот как мы, например, делаем. Или натираемся какой-нибудь этой самой мазью, там натремся, чтобы, например, грудь особенно натрешь. И хорошо. Ну, наверное, это травы, как всегда. Вот, и все, не больше. Вот. В принципе, я не лечусь. Ну, вы знаете, я купила хорошие такие витаминки в Китае. И вот пью их. Пью шиповник. Настойка Леутерокока, может быть, эхиноцея. Ну, вот, в общем-то, так. Мед, имбирь. Если только молоко с медом и шишка с медом. Чай горячий, малина, народные рецепты. Все. Есть в аптеке очень много мази, которые нужно смазывать нос, чтобы противовирусные. Я вообще не делаю никакие прививки. Ну, только там дифтерия вот это. Делали, но в этом году отказались. Вот дочери я, в общем-то, не рекомендовала прививку. В прошлом году у нее была очень серьезная реакция. То есть несколько дней она, ну, практически переболела. Я не буду делать. Я делала, но на меня очень плохо она повлияла, поэтому я больше не делаю. Да, дети в школе у меня прививаются. Прививка от гриппа, нужно угадать, попадем ли мы в этот грипп, так сказать. Если попадем, замечательно, а не попадем, ну, наверное, не замечательно. Ну, вообще, наверное, надо делать. Народный чеснок самый народный.